В Дагестане уничтожен опасный боевик, главарь так называемого северного сектора бандподполья Ислам Мурадов. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, он находился в розыске за тяжкие преступления. Было известно, что Мурадов одним из первых присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство». При нем обнаружили гранату, пистолет и патроны. Мурадов причастен к организации и совершению целой серии вооруженных нападений и убийств гражданских лиц. Он и другие члены его банды запугивали и облагали бандитским оброком своих земляков, занимающихся предпринимательской деятельностью. Они жестоко расправлялись с теми, кто отказывался платить им дань.